Привет, привет, мои дорогие. Как у вас дела? Сейчас я быстренько вот так настрою, наверное. Ну вот, меня, наверное, полностью не будет видно. Дарабалардаки пчелары, у нас СМС и МСМС. Ой, так, все на скорую руку, мои дорогие, извините. Но больше никак. У меня не получается пока. Вот. На СМС-таки пчелары. Бүгін бізді песчанка, хамда сүт. Сүт білян песчанка. Мои дорогие, сегодня у нас песчаночка с молоком. Я так захотела, прям с утра. Hello. Я вот думаю, если я здесь положу, как вы думаете, вот оно станет мягким? Или нет? Попробую, да? Положить. Я так хочу, вы даже не представляете. А песчанка, она постояла. В общем, помните, я вам говорила, что она пропиталась салатами какими-то непонятными или чем там. Вот. В общем, это все куда-то исчезло. Сейчас у нас все вроде отлично. Ну что, мои дорогие, суп. Milk and песчанка.
Секунду. Извините.
Было вкусно. Извините. В общем, молоко осталось. Можно допить, наверное, да? Как-то не знаю. Иначе ложка еще полчаса пришлось бы. Так, пчеларым чок тешекер ediyorum. Абоне олум, икинчи каналыма. Мои дорогие, спасибо вам большое, люблю, целую вас. Ну вот вся просто... Просто времени нету даже снять видео. Вчера так хотела мел. Но я освободилась в час ночи. Просто здесь, конечно, все перегружено. Вообще поменялся образ жизни. Здесь сложно мне. А в гости, из гостей, как бы в гости приходят гости. Ой, ну как-то вот вообще жестко. Я вчера сделала лагман. И еще мама захотела хашана из тыквы. Вот. В общем, поэтому времени нету. Я вчера, у меня было вообще вот просто на грани срыва была. Но я просто молчала, ничего не говорила. Ну, мне тяжело. Я привыкла жить... Немножко у меня образ другой жизни. Здесь для меня очень сложно и давно позабыто это все. Хотя раньше я так жила. И это было, наверное, вполне нормально, хотя это не очень нормально. Вот. Ну, привыкаешь, человек же ко всему привыкает. Ну, а сейчас я не могу к этому привыкнуть. Я сейчас поеду покупать билет. Дайла, я уеду, посмотрю, на какое число билеты. Поэтому, ну, тяжело. Я думаю, что без меня они справлялись прекрасно. Без меня и дальше справятся. Вот, как-то так. Поэтому я была здесь с 18 декабря. Хочу уехать только вот, ну, в марте, на март месяц хочу купить билет. Ну, посмотрю. Посмотрю, съезжу, в следующем видео вам расскажу обязательно. Так и пчеларым, бен шуан гидиорум билет алмая, Туркия, иншалла. Бюгин алачам, иншалла, дөнечам. Böyle yani. Sonraki videomda size söyleyeceğim ne nasıl oldu diye. Bilet alsam da söyleyeceğim. Öyle durum. Teşekkür ediyorum size. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Çok özledim. Tabii ki görmek de istiyorum takipçilerimle. Ama nasıl olacak bilmem. Hem de benden soruyordu orada. Tebeşir getirseniz bizi satsınız diye. Kusura bakmayın. O konuda çok sıkıntı. Hem de kendime 3 kilo olsa da almak istiyorum. En fazlası 5 kilo ama gümrükte belki havalimanında problem olabilir. O yüzden götürmek buradan çok zor. Hem de ben satmıyorum. Kolay olsaydı tabii ki getirebilirdim size. Yani hiç problem değil o. Ama kolay değil. Yani yasak bir şey. Herkes bunu anlamıyor. Biraz sıkıntı oluyor. Havalimanında. Öyle. Düşünüyorum ki siz beni anlarsınız. İnşallah bu sıkıntılar bütün dünyadaki sıkıntımızı biliyorsunuz. Onlar bitince belki de yollar açılacak. Onu da göreceğiz. Teşekkür ediyorum, öpüyorum, seviyorum.
Thank you, my dear. Спасибо, мои дорогие. Люблю вас, целую, благодарю. Но хотелось бы снимать почаще, но получается пока так. Я думаю, что когда я буду у себя в Турции, будет намного, думаю, проще, может быть, в этом. И буду почаще снимать, как раньше. Ну все, мои дорогие, спасибо вам, целую вас. Было вкусно, песчаночка, но с молоком, конечно. Что-то у меня, вы знаете, с приемом лекарств немножко поменялось, и я очень любила молоко. В данный момент я выпила молоко, но не прям с большой любовью, скажу так. У меня, я не знаю, может, я принимаю витамины, и что-то в моем организме не принимает. Может, временно, не знаю, не могу понять. А вот как-то так получается. Пью только пару витаминов и БАД один пью. Также от кашля. Также продолжаю от кашля пить. Вот. Может быть, из-за того, что я иногда пью молоко от кашля горячее со сливочным маслом, может, поэтому холодное молоко как-то не очень восприняла. Ну, а так было очень вкусно. Песчаночка, наконец-то мы до нее добрались. Так что будем продолжать хрустить.